Владимир Роменский, Ирина Бублай, «Внутренний разворот» продолжается. К нам присоединяется политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро, здравствуйте. Дмитрий Борисович, как, вот, на ваш взгляд, вот эти вот 4 дня, они вообще изменили представление о России в мире? Вот эти очереди, которые мы видели. Вы знаете, сложно сказать, потому что никаких опросов нет, но я думаю, в развитом мире была понятна разница между путинизмом и Россией. Так скажем, людям, которые занимаются Россией, понятно, что путинизм, так же как гитлеризм или итальянский фашизм, это такое мировое поветрие, которое может случиться с каждым. Обвинять немцев в том, что появился Гитлер, могут только так, мне кажется, не очень умные люди. Точно то же самое, мне кажется, справедливо по отношению к России. Она глубоко больна, да. Большинство поддерживает Путина, да. Но абсолютно такие же ситуации были вот в таких европейских странах, которые попали, имели несчастье попасть под руководство такого рода режимов. Причем это не исключительный случай. Это режим Франко, режим Салазара. Они, может быть, Франко вел войну гражданскую, они не вели экспансионистской войны, это да, но по сути режима радости это та же самая. Так что, ну что, испанцев будем клеймить, или там, итальянцев, или португальцев? Нет, тут что-то более сложное. Другой вопрос, что... Ну, понятно, да, что в России выросло, как минимум, новое поколение людей. В основном все-таки это молодые люди, которые хотят другого. Потому что старое поколение людей, которые хотят другого, они немножко по-другому мыслят. Вот молодое поколение, оно себя не боится проявить. Это разница. Не знаю, насколько это понимают в мировом сообществе, но вот для России, мне кажется, это важно понять. Когда 3 дня после отпевания люди идут на кладбище, стоят в очередях. Когда курган из цветов построили выше человеческого роста, такого Путин на своих похоронах никогда не дождется. Вот рядышком проходили похороны Николая Рыжкова. В общем, достойный человек, ничего такого суперплохого не сделал в свою жизнь, как мог руководил умирающим страной, но там же, ну, и близко ничего похожего не было. Ну, несколько сотен, максимум человек пришли. А здесь действительно справедливо это сравнивать с похоронами Высоцкого, с похоронами Бориса Немцова, или там с манифестациями, знак протеста против его убийства. Так что, да, приходит новая когорта людей, да, Путину придется ее втаптывать в грязь с помощью репрессий, иначе он, ну, и сидит. Но я думаю, что понятно, что в России выросла группа людей, которые, может быть, их большинство, может быть, меньшинство, не знаю. Я склонен думать, что пока меньшинство, но которые не боятся сказать, что им не нравится то, что происходит. И это очень важно, потому что раньше все-таки побаивались последние годы, во всяком случае. Последний всплеск это был 2011-2012 год, когда были события с фальсификацией выборов. Так что да, немножко ситуация меняется. И я думаю, что она будет меняться, потому что те люди, которые Путина поддерживают, это в основном все-таки такие люди мейнстрима, конформистского плана. Пока их кормят победной пропагандой или устрашающей пропагандой, они со страху пристраиваются к тому, что считают сильной страной. Ну, это я не осуждаю никого, потому что люди, как биологический вид, эволюцию приучены приспосабливаться. Они к гитлеровскому режиму приспосабливались, к муссолиниевскому, к Ким Чен Ыновскому. Задача выжить. Они таким образом пристраиваются, встраиваются, выживают. Но
события, которые происходят у них перед глазами, они происходят, их не спрячешь. Заставляют задуматься. А задумываться, когда ты пристраиваешься, вредно, потому что начинаешь думать, а там ли сила? А правильно ли ты выбрал себе акулу, при которой исполняешь роль прилипалы? А для Путина это смертельная опасность. Разрушение картинки, что он силен, что он победитель, это прямой путь в ад при жизни. Он должен быть все время наверху, в ментальном плане, он должен представлять картинку героя-победителя. Вот товарищ Сталин это умел делать, несмотря на серьезнейшие там поражения на сельскохозяйственном фронте. Кстати говоря, и в индустриализации тоже. Кстати говоря, в финской войне, где он в 5 раз больше народа положил, а и цели денацифицировать и демилитаризировать всю Финляндию целиком, которая ставилась, не добился. Но в общественном мнении, поскольку все было под контролем, люди понимали так, что мы идем от победы к победе. Ну и вот путинское общественное мнение устроено примерно так же. Разница в том, что все-таки видят, что есть значительная часть людей, которые против. Их называют, естественно, отщепенцами, врагами, там, слугами Запада, еще кем-то. Неважно, но они есть. Этого спрятать не удается. И видно, что их не 2% больше. Видно, что потопили корабль, который называется «Котов». Да, да, приходит сегодня сообщение, но опять же... Ну, подтверждений официальных не было, но сообщения эти приходят, да. Была атака. Все равно это под подушку не спрячешь, об этом понимаю. Да. Корабль, я успел посмотреть в интернете, 92 метра длиной, команда там несколько десятков человек. То есть это не то, что какой-то прогулочный катер, это серьезный боевой корабль, выполненный, построенный в 21 году. По новейшей технологии стелс, там с современным уровнем, аналогов нет, все замечательно. Потопили. Это приходится как-то объяснять. Вот отдельные недоработки и так далее. Когда читаешь Z-каналы, ты все это видишь. Но размывается образ победоносца. Вот это для Путина очень опасно. Лечится от этого только массовыми репрессиями. Потому что если это не залечить, то заболевание с точки зрения Путина пойдет глубже и произойдет то, что происходило в 1916 году, когда государь-император вдруг из победоносного защитника христианских православных ценностей, ради которых он начал войну, собственно говоря, отказался от мирных предложений Германии. И это вызвало бурный восторг у патриотической общественности, которая тогда была в большинстве. Всего за 2 года оказалось, что он никудышный, супруга у него является немецкой шпионкой, и вообще должно пора его снимать. Вот поэтому перед нами крайне неприятная ситуация, которая раздваивается. Или мы должны пережить этап жестких репрессий, к этому Путин, по-видимому, склоняется и будет склоняться, или мы должны пережить этап гражданских смут с чем-то похожим на какие-то вполне неприятные силовые разборки между различными группами влияния. Ну, а в общем-то из войны, которую начал Путин, благополучного выхода так или иначе не просматривалось с самого начала. Но люди-то об этом не хотели думать. Вот самое главное оборонительный редут, броня. Или броня-то из картона, на самом деле, но броня в мозгу. Люди думают, что действительно Путин защищает интересы России. И только когда они убеждаются, что он плоховато их защищает, неправильно их защищает, они начинают думать, что может что-то не так. Они не задумываются о том, а кто начал. Нет. Они видят, что победить не удается. И вот это самое страшное для Путина.
Но вот эти репрессии, ведь совсем скоро Путина ждет электоральная процедура, и в рамках нее тоже некий вызов ему будет брошен. Мы это тоже понимаем. Стоит ли ждать репрессий в этот момент, 17 марта, когда люди в полдень, наверное, придут для того, чтобы встать в очереди, и многие, наверное, захотят высказать свою позицию относительно режима именно так? Ну, видите ли, власть освоила новый вид репрессий, который называется там «растянутые во времени». Вот они не стали хватать людей на похоронах, но, конечно, они использовали видеоконтроль, видеофиксацию, и в значительной части людей, которые участвовали в этом процедуре, придут. В институт придут, если это студент, на работу придут, домой придут, кого-то заберут. Тихо. Вот, собственно говоря, сталинское наследство, оно как раз в этом заключается. Людей надо уничтожать тихо, чтобы не рухнула та самая картонная перегородка в мозгу. Когда вся страна понимает, что все время кого-то берут, соседа дядю Юру забрали, вот у какого-то знакомого дети остались без родителей, потому что их забрали мать в лагерь там, членов семьи изменников Родины, а отца расстреляли. Но об этом было нельзя говорить, и, с одной стороны, была эта объективная действительность, когда почти в каждом классе один-два ребенка были детьми врагов народа. И, кстати говоря, их за это травили, или, как сейчас называют, буллили. Но говорить об этом не говорили, а говорили о том, что вся страна там спасает Челюскина, или мужественные полярники там на льдине дрейфуют вокруг Северного полюса, и в магазинах, грубо говоря, нечего есть, а радио и газеты полны победной риторикой. И вот это когнитивный диссонанс был для всех. Но забирали по ночам, забирали в машинах с надписью «хлеб», ну, иногда там в черных воронках. Страна от этого отворачивалась. Так называемая интеллигенция понимала, ну, а что она могла сделать? Сидели, дрожали под лавкой и ждали, кого возьмут следующего. Я думаю, что на выборах прямых репрессий не будет, но будут постоянно распространять ужасы, что потом-то мы с вами разберемся. Но новость, мне кажется, заключается в том, что появилась когорта людей, которые не побоялись сдать свои имена, фамилии при поддержке того же Надежды. Да? Хотя уж кто-кто, а светлый рыцарь справедливого информационного влияние, господин Соловьев прямо сказал, что вот козлы какие, мы же вас всех теперь поименно знаем. Ну, Соловьев вот тем и хорош, что он артикулирует скрытые интенции. На самом-то деле слухи о всесилии органов всегда были на пользу этим органам, чтобы их боялись, потому что всех посадить, всех расстрелять нельзя, но запугать можно. Вот задача – запугать. Соловьев в этом смысле выполняет ту же самую функцию. Мы вас посадим, а вы враги Отечества, вы должны там в Сибири лес валить. Очень популярная точка зрения среди Z-общественности. Не надо бояться, потому что логика системная немножко другая. Они не потому, что все знают, контролируют страну. Они контролируют страну, потому что они могут сделать с любым человеком, что хотят. Вот если вы им попадетесь на радары, донос, или там какие-нибудь конкурентные отношения, или какому-то начальнику вы не понравились, то вот здесь-то вас возьмут и из вас все вытрясут. В том, что еще в Древнем Египте вы были экстремистом, пропагандировали лозунги против Рамзеса третьего какого-нибудь, и все это вы подпишете, или, во всяком случае, должны будете проявить чудеса мужества для того, чтобы не подписать. Сравнимые с мужеством там, Яшина, Горинова или Алексея Навального. Это не каждый может. Но они ничего про вас не знают на самом деле.
Информационные все эти сети, ну, за исключением отдельных примеров в Москве, работают скверно. Но должно быть ощущение, что вы все на карандаше. Это тоже надо понимать и этому ощущению не поддаваться. Поэтому, ну, кроме этого, есть люди, которые просто им противно по мелочи бояться и трястись. Вот подписи за Бориса Надеждина, появление этой когорты людей зафиксировали. Я думаю, эта же когорта людей воспользуется выборами, ничуть не обольщаясь насчет их природы. Это, конечно, никакие не выборы. Это, конечно, не институт смены власти. И это, конечно, не институт экзамена этой власти. Это языческое, варварское, массовое мероприятие, которое больше всего похоже на обряд. Обряд посвящения, придания легитимизации Владимиру Путину. Электоральный обряд. А тут, соответственно, есть развилка. Старая интеллигенция, старые борцы с Путиным, 25 лет говорят одно и то же. Блажен муж, иже, не ходя на, там я дальше уж не помню, псалтирь, на собрание нечестивых, не стоящий на пути греха и не седающий на седалищах развратителей. Соответственно, благородный и честный защитник демократических ценностей на эту варварскую процедуру не ходит. Ибо он думает о чистом. Очень популярная точка зрения называется бойкот. Ни к чему не ведет. Потому что, во-первых, есть огромное количество других людей, которые думают иначе и на выборы ходят. Во-вторых, явку всегда можно нагнать. Идея о том, что вся страна не придет на выборы, они рухнут, это просто от незнания электоральных практик и от незнания того, как устроена страна. Ну, российская интеллигенция всегда этим отличалась. Она экстраполирует знания, почерпнутые из европейских книжек, на вполне себе не совсем азиатскую, но как минимум евразийскую территорию, где эти закономерности не работают. То есть идея бойкота, она просто непродуктивна. И все, кто ей увлекались, а по молодости лет ей увлекались почти все, начиная от Бориса Немцова и кончая Алексеем Навальным, с набором опыта начинали другую стратегию. Они говорили, что давайте все-таки эти выборы используем, не обольщаясь насчет их реальной содержательной части. Вот Навальный прямо и многократно повторял, что надо прийти и использовать эту варварскую процедуру для того, чтобы снять с нее лоск, для того, чтобы лишить власть вот этой вот прерогативы, говорить о том, что вся страна, как один человек, плечом к плечу поддерживает направляющую и определяющую силу в лице Владимира Владимировича Путина. Задача не свалить Путина на этих выборах. Это невозможно, потому что цель ритуала не смена власти. Задача не то, чтобы не дискредитировать, а показать сущность этого ритуала. Поэтому многие придут в 12 часов дня 17 числа на акцию, которая называется «Полдень против Путина». Но уж коль скоро люди пришли к избирательным участкам, я бы усиленно рекомендовал прийти и сделать бюллетень недействительным. Это никакое не участие в варварских обрядах, это чистой воды протест электоральный. Аккуратно ставить отметочки в 2-3 можно все 4 окошка. Бюллетень делается недействительным, и потом в протоколах при полном понимании масштаба фальсификации. Потом в протоколах мы видим, какое место занимает кандидат по фамилии недействительный. Но на прошлых выборах, я напомню, он набрал 1,08% и, например, опередил такого живого кандидата, как Григорий Алексеевич Явлинский. Григорий Алексеевич набрал 770 тысяч голосов, а кандидат по фамилии недействительный набрал 790 тысяч голосов. И это при том, что никто не призывал к такого рода поведению. Это инстинктивно нащупанная людьми форма сопротивления этой системе.
Не зря самый высокий уровень недействительных бюллетеней в регионах с самым высоким уровнем протестного голосования. Это Хабаровский край, это Приморский край и некоторые другие регионы Дальнего Востока. Якутия. В Москве тоже довольно много, 1,5% выше, чем... Нет, чуть меньше 1,5. Выше, чем в среднем по стране доля недействительных. Если недействительных будет 5%, это значит, на всех остальных остается 95%. Это значит, что Путин может не набрать 80. Потому что трое живых, ну, если все они наберут там где-то, что маловероятно, но, допустим, по 5%, значит, 15% уходит на них, и еще пяток на недействительного. Значит, Путину остается, ну, максимум 80. Если за недействительного не будут голосовать, ну, тогда Путин наберет больше 80. Я думаю, что надо рассматривать эти выборы, в кавычках, как повод для электоральной демонстрации. Только хочу обратить ваше внимание на то, что голосовать надо только бумагой. Потому что электронное голосование – это бессовестная шарманка, которую совершенно невозможно проконтролировать. Для тех, кто сомневается, рекомендую. Вот буквально вчера или позавчера вышел такой краткий руководитель о том, как себя вести, краткий путеводитель о том, как вести себя на выборах, на картинке, которая называется «Код». Там надо в интернете посмотреть. «Код», если не Путин, то «Код». Да. В Инстаграме целый аккаунт есть такой, там много, вот. В общем, к этой фотографии. Там есть набор понятных простых картинок, которые мне понравились. Они очень четко формулируют ситуацию. Я не знаю, но похоже, сегодня должна была выйти моя статья в «Новой газете», «Европа». Я не знаю, вышла ли, еще не смотрел. Там тоже описана ситуация, вот как можно эту электоральную процедуру использовать в интересах человека, который недавно умер, которого нельзя назвать по фамилии для Владимира Путина, и который, собственно, к этому и призывал. За любого, кроме Путина, при том понимании, что недействительный – это тоже один из любых против. Дмитрий Борисович, ну вот смотрите, хорошо, придет там какое-то количество людей, там десятки тысяч людей, которые испортят бюллетень. И вот этот вот кандидат против всех, да, наберет там, ну, 5%, 7%. Что это может поменять внутри системы? Внутри системы это может поменять ощущение абсолютного контроля. То есть... Ну, 7% – это очень много. Это просто блистательная победа, потому что если недействительный получает 7%, то Путин, скорее всего, не получает 80%. Значит, не решены поставленные задачи. Значит, серьезнейший стресс для тех людей, которые в Кремле отвечают за выборы. Не справились, товарищи, не оправдали доверие. При Сталине за это... Даже если они это не опубличат? А как это не опубличишь? Преимущество недействительного бюллетеня заключается в том, что он присутствует в протоколе по умолчанию. Вот его нельзя взять и не опубликовать. И если вы мне не верите, зайдите хотя бы... Вам я верю. Ну, это просто сделать в Википедии, которую пока еще не запретили. Есть результаты выборов 2018 года президентских. Ну и там написано, Путин там 67,7, следующий за ним Грудинин 11. У Грудинина-то было 11,7, а помните, его потом три года топтали. Если бы народ сплотился, то недействительно... Набрал бы 2%, никто бы не трогал. Конечно, потому что он позволил себе занять второе место. Ну и так далее. Идет дальнейшая сумма. Ксения Собчак 1,67%. Недействительные 1,08% по всей стране. При том, что в там, Приморском крае в полтора раза больше. Там почти под 2%. 1,7-1,6%. Не в этом дело. Дело в том, что вот этот ритуал, этот обряд... При большом количестве недействительных выглядит уже не так. Если недействительный займет третье место, это скандал.
Это означает, что в стране есть серьезная и недовольная часть населения, которая не боится. Вот для власти это главное. Они понимают, что в стране есть люди, которые недовольны. Они понимают, что даже самые там сладкие для Кремля социологические опросы, говорят, 80% поддерживают, а 20% оставшиеся. А это худо-бедно 20 миллионов. Получается, что советская модель не работает, где весь народ дружными шеренгами готов защищать. Вот это серьезное такое нефункциональное, в том смысле, что Путин все равно будет начальником. Ну, ему для этого и выборы-то не нужны, чтобы быть начальником. Он опирается на силовой ресурс. Но ему важно провести вот эту вот эту языческую процедуру, когда хана Золотой Орды сажали на белый войлок, трижды обносили вокруг юрты, и только после этого он как бы вступал, получал легитимный статус. Вот хана по имени Путин надо провозгласить с помощью Эллы Александровны Панфиловой, что он набрал там какое-то количество процентов. Если выясняется, что рядом с ним большое количество людей, которые против, которые протестуют, сделают бюллетень недействительным, процедура становится не такой убедительной. Значит, в функциональном смысле мы Путина не снесем, не надо заблуждаться. И Борис Надеждин не мог бы победить на этих выборах, но он мог бы набрать 15-20%. А это скандал, потому что это больше, чем у Грудинина на прошлых выборах. Напомню, тот даже 12% она не набрал. Поэтому Надеждина сняли, предсказуемо сняли. И, в общем-то, все понимали, что его снимут. Потому что он мог сфокусировать на себе протестный потенциал. Надеждина нет. Единственный персонаж, который может себе сфокусировать протестные ожидания, это недействительный. Другой вопрос, что его в бюллетене нет. Вот это, но он есть в протоколе. Надо просто это точно понимать. Но это же его можно вписать самому. Уже тоже звучало предложение. Вот бюллетени писать вот Навальный и ставить за него галочку. И тоже люди, которые будут эти бюллетени потом считать, перекладывать, они же тоже, наверное, увидят, какое количество они сами бросили, а какое на самом деле люди... Они это и так видят, тут не надо обольщаться. Значит, что важно, можно вписать Навальный. Можно поставить галочку, но это будет считаться посторонней надписью. Посторонние надписи при подсчете голосов не считаются. Это вам не Соединенные Штаты Северной Америки. Там есть такая норма, в большинстве штатов, не во всех, есть простая норма, что вписанная фамилия считается актом волеизъявления избирателя и вписывается в протокол. Это вот мы видели на праймерис с Байденом. Там на 90% праймерисовских, не президентских, а пока предварительных еще выборах, 90% бюллетеней, где не была впечатана фамилия Байдена, пришедшие демократические избиратели, партийные процедуры, вписали фамилию Байден, и эти 90% были засчитаны, он получил 90%. Но это Соединенные Штаты Северной Америки. У нас в Российской Федерации считаются только то, что на бюллетене напечатано. И считаются только голоса в окошках. Поэтому, если вы хотите проявить свой протест, будьте любезны, напишите Навальный. Будьте любезны, нарисуйте там Пацифик. Будьте любезны, пошлите там кого угодно в любое угодное место. Но не забудьте поставить галочки в окошке. Потому что если вы оставите эти окошки открытыми, то в той же самой счетной комиссии найдется ответственный секретарь, который поставит галочку про фамилии против Путина. И все ваши надписи с Навальным просто считаться не будет, а будет считаться галочка в окошке. Поэтому сначала ставьте галочки, крестики, любой знак по инструкции ЦИК, любой знак в окошке считается волеизъявлением. Слэш, минус, плюс, точку, все, что хотите. В двух-трех окошках. После этого считается невозможным однозначно установить результат волеизъявления избирателя, потому что несколько окошек, и бюллетень откладывается в стопочку недействительные, которые входят в число 100%. И в протоколе пишется недействительных вот столько-то. Есть там надпись Навального, нет надписи Навального, это дело второе. Такой специфический повод для упражнений в
в остроумии для членов избирательных комиссий, скучающих, это вот чтение этих комментариев на бюллетень. Потому что, ну, многие люди пишут, но если их, часть их надписи не попадает в окошечко и не может считаться как знак, то это просто вот сидят учительницы из школы, которые считают голоса. Они, может быть, даже их считают добросовестно. Но все эти надписи, ну, примерно на каждом сотом, на каждом 50-м бюллетене, человек что-нибудь напишет от душевных переживаний. Они с интересом изучают и сравнивают. Но это только для них, только для учительниц. Потому что вверх, вверх к электоральным начальникам бюллетени не поступают. Туда поступают числовые ряды. Вот посчитали бюллетени, никто же вам не будет считать, сколько раз там кого послали куда. А будут считать отметки в окошечках. А сами бюллетени остаются в мешках на территории избирательных там комиссий. Или там их никто уже читать никогда не будет. Так что, если вы хотите серьезно повлиять на эту ситуацию, смотрите на окошечки. А литературное творчество никто не ограничивает, но просто надо понимать, что это ваше личное удовольствие, ничего будет. И удовольствие членов избирательных комиссий, которые будут это все читать. А потом, возможно, дома за чаем с близкими обсуждать. А вот... Хорошо, если, значит, испорченная бюллетень, которая считается, да, она, значит, создаст некоторую шумиху внутри, а вот эти очереди, те же самые за Надеждиной и очереди попрощаться с Алексеем Навальным, они как-то заставляют их внутри системных людей пошевелиться? Они им о чем-то говорят? Конечно, говорят, но они никогда не скажут, что им что-то это говорит. Как сказал Песков-то, нам нечего сказать ни родственникам, ни по итогам похорон, нечего. Но, ну, конечно, они понимают. Они не дурее нас с вами, а может, даже в некоторых смыслах умнее. Поэтому они, да, вот, и очень, наверное, сейчас серьезно сидят, обсуждают, что делать. Но я думаю, с вероятностью там, 90%, что они ничего придумать не смогут, кроме как завинчивать гайки. Система просто другому не обучена. Ну, тому примером Лукашенко, который вообще выборы проиграл, но это не помешало ему остаться при власти, потому что выборы – это языческое шоу. А опирается он на силовой ресурс, это все понятно. Другой вопрос, что его уже никто, даже в рамках протокола, не называет господин президент. Говорят, господин Лукашенко. Потому что ему это неприятно. Ему... Но, собственно говоря, с ним давно уже никто и отношения не поддерживает из приличных людей. Но если вдруг каким-то поводом приходится обращаться, называют господин Лукашенко. Кстати говоря, вчера произошел вот такой вот скандал, когда министру иностранных дел Российской Федерации господину Лаврову вежливо пахучими тряпками утерли лицевой отсек. Он пригласил на беседу послов, а послы коллективным образом развитых стран возьми и не приди, потому что нечего им обсуждать вот с этим персонажем. Это, конечно, дипломатический скандал. И, конечно, Лавров понимает, что от него теперь пахнет тем, чем ему физиономию утерли. Но держится он молодцом, держится он орлом. Он говорит, что они испугались. Они послы, они испугались, поэтому не пришли. Вот, так что еще раз, мы с вами эту власть не поменяем. Но в ближайшем будущем, в долгосрочной перспективе, она сама неизбежно поменяется при нашем участии. Но мы можем доставить им серьезные неприятности и послать сигнал тем, кто... сомневается, но боится, что на самом деле все не так страшно. Все отвратительно, но не так страшно. Да, они убили Навального. Да, они будут еще убивать. Но если не сопротивляться, то будет только хуже, потому что вот эти персонажи с таким психическим типом, абьюзеры, их заводят и возбуждают... покорные жертвы. Если она сопротивляется, он может испугаться, он может подумать, что будет слишком много шума, что его найдут, вычислят, поймают. А вот если жертва безропотная, то он над ней будет глумиться с нарастающим удовольствием. Поэтому в интересах собственного выживания надо сопротивляться. Поэтому Навальный
умер не зря. Он умер для того, чтобы мы могли выжить. В этом смысле, ну, я не буду пафосные слова говорить, но он показал пример сопротивления. И мне кажется, что было бы не только недостойно не прислушаться к его словам, а его слова «придите на выборах и проголосуйте так, чтобы власти было неприятно». Он это многократно проговаривал, и некоторые товарищи говорили, что он как бы работает на Кремль, потому что явку нагоняет. Вот эти товарищи не врубаются в реальное устройство ситуации в Российской Федерации просто. А Навальный врубался, потому что он имел огромный опыт электоральных процедур. Ну так вот, сопротивляться надо. Орать надо, визжать, кусаться. С Лавровым, на самом деле, я вот эту историю вы упомянули, но она же великолепна. Вы понимаете, глава российского МИДа собирает послов для того, чтобы... Какая у него была цель? Он же хотел с ними поговорить о том, как они собираются вмешиваться в наши российские выборы. Он подвал отчитывать. Я вас сейчас буду ругать, клеймить позором, а они возьми и не приди. Вот нарушили все планы российских дипломатов. Это, конечно, прям-таки удивительная история. Да, Дмитрий Борисович, но я хочу вас спросить про Путина и его демонстрацию силы, про то, где он может себе и российскому народу рисовать свои победы. У него прошло интервью с американским журналистом. Но даже Карлсон сказал, что денацификация и демилитаризация – самые безумные вещи, про которые он слышал. Путин провел в последний день зимы свое обращение к Федеральному собранию. Даже Навального в этот день запретили хоронить. Можно за день до, можно после, как хотите, но не в этот день. Наговорил тоже очень много, но что конкретно из его выступления вычленить, я даже ничего и не могу. Там, в общем, тоже никаких открытий нету. Что перед выборами должен сделать Путин для того, чтобы привлечь внимание российского избирателя? Надо ли ему привлекать внимание российского избирателя? Ну, надо. Перед выборами, конечно, надо привлекать внимание российского избирателя. А тут смотрите что. Во-первых, конечно, мне, как человеку, который жил долго в советские времена, все это дико напоминает исторические съезды Коммунистической партии Советского Союза. 24-й исторический съезд, 25-й исторический съезд, 26-й. Сейчас никто не вспомнит, на каком из этих исторических съездов там что говорили, и тем более никто не вспомнит, что там обещали. Потому что ничего выполнить не могли. А у Путина исторические выступления ежегодные. В этом смысле ситуация повторяется. Но тогда было наплевать, что на этих съездах происходит. Вот правда. Ну, как, то есть мы понимали, мы читали, мы распространяли это как активная часть населения, мы это распространяли среди трудящихся масс, проводили собрания, понимая при этом какую-то чудовищную тупиковость. Ну, это помните как, вы, наверное, не помните, типичный такой байка советских времен, когда Леонид Ильич Брежнев уже совсем-совсем в летах, ему тяжело говорить, обращается к своим составителям речей, сейчас это называется спичрайтер, надо выступить на собрании, посвященном Всесоюзному дню советских женщин, трудящихся женщин, напишите небольшое выступление минут на 15. Ну, спичрайтер ему приносит стопочку листов, он поднимается на трибуну и читает, все аплодируют, зал встает несколько раз. Он уходит за кулисы и говорит спичрайтерам: «Ребят, ну я же на 15 минут просил, а получился целый час». Он отвечает: «Леонид Ильич, ну это 4 экземпляра было». То есть вот Путин озвучивал эти 4 экземпляра примерно с той же самой эффективностью. Наверное, кто-то его слушает всерьез. Но слушайте, там сначала было про демографию. Опять же, что необходимо сосредоточиться, увеличить и так далее. Слушайте, если у вас в стране примерно 10 миллионов мужиков призывного возраста, ну самого так, цветущего, что называется, и из них примерно
300-400 тысяч, точно мы не знаем, принадлежат к числу безвозвратных потерь. А безвозвратные потери – это покойники, это изувеченные и без вести пропавшие, которые, скорее всего, тоже покойники. Просто их не нашли. То каким образом можно заботиться об укреплении семейственности, православных ценностей и так далее? Мужиков нет. Женщина без мужей, без партнера, без отцов. Детей рожать не хотят. И в сухом остатке мы имеем объективный факт. В 21 веке, за 23 года 21 века, в 23 году Россия показала минимальный уровень деторождения. 1 260 с чем-то тысяч младенцев родились. Меньше, чем в любой другой год путинского пребывания во власти, потому что он пришел во власть как раз с началом 21 века. И он нам тут рассказывает про демографические перспективы. Каждый год погибает порядок войны. Порядка нескольких десятков тысяч, скажем аккуратно, людей. Экономика переходит на военные рельсы, никуда от этого не денешься. Пушки вместо масла, ну или в нашем случае пушки вместо яиц и курятины, потому что цены растут. Международная изоляция. И вот на всем этом победоносном фоне он там бьет какие-то демографические барабаны. Поэтому то, что он говорит, не имеет смысла слушать, потому что все равно это будет не выполнено, так же, как исторические обещания построить коммунистическое общество на фоне углубляющегося общего кризиса капитализма. Вот все это дико напоминает счастливые времена моей советской молодости. Там у них загнивание, общий кризис капитализма, а мы от победы к победе широким шагом идем к сияющим вершинам коммунистического общества. И так и шли, пока не развалились. Вы сейчас практически предвыборный ролик Харитонова пересказали. Да, я не смотрел, но в общем не сложно. Чем хорошо? Это шедевры, Дмитрий Борисович, посмотрите, это шедевры. Да, ладно. Ну, я таких шедевров видел за свою долгую жизнь очень много. Поэтому надо смотреть не то, что Путин говорит, потому что говорит он предсказуемые вещи о победе, там, о сплоченности, о том, что кругом враги. А то, о чем он не говорит, вот это первое советское правило. В прессе надо читать не строки, а между строками. Строки одни и те же. А между строками о чем умолчали, о чем забыли, что еще недавно было актуально. Умолчали, на мой взгляд, о трех вещах. О Приднестровье. Там перед этим обращением было проведено специальное... На самом деле, вот у меня тоже было какое-то ощущение, что, наверное, а вдруг Путин сейчас решит вот такой вот финт учудить и под президентство еще к России что-нибудь доприсоединит. У него есть такая идея, фикс, мне кажется. И вот с Приднестровьем, на самом деле, было тревожно. Ну, и на это и был расчет, потому что там впервые за... 10 с лишним лет точно провели вот это мероприятие, которое называлось, опять же, съезд там, или совет вот всех этих муниципальных депутатов. И те, кто его затевал, ожидали, что Путин как-то прореагирует. А он никак не прореагировал, и, в общем-то, это разумно, потому что завоевать эту территорию невозможно. Она находится между недружественными странами, которые называются Украина и Молдова. Еще до войны, до Крымской эпопеи, можно было что-то сделать с Приднестровьем, потому что Украина была дружественно-нейтральной. Можно было через Украину протащить составы до 2014 года. Составы с вооруженными силами и там начать какую-то военную процедуру. А сейчас нельзя, никто не пропустит. Более того, ротация офицеров в воинском контингенте в Приднестровье осуществляется через Кишинев, потому что в Приднестровье нет аэродрома. Соответственно, господа офицеры летят в Кишинев, там их вежливо встречают молдавские пограничники, проверяют документы и в зависимости от ситуации говорят, пожалуйста, следуйте в Приднестровье или у вас документы не в порядке, пожалуйте назад, откуда прилетели. И, значит, эти господа офицеры, как зайчики, летят назад в столицу нашей Родины, в Москву или в Ростов, откуда они прилетели. А на кораблях туда прийти, ну, это, простите, пожалуйста, корабли от Феодосии, от Новороссийска не могут отойти, потому что их невежливо топят.
как вот сегодня произошло. Зайти в устье Днестра – это абсолютно нереальная картинка. Так что присоединить с помощью военной силы Приднестровье просто невозможно. И Путин это понимает хорошо. И кончится это все тем, что Приднестровье просто дадут денежек. Потому что оно не конкурентоспособно. А весь скандал-то ведь, если помните, заключался в том, что Молдова, которая контролирует внешний контур, требует, чтобы Приднестровье платило таможенные платежи, как все остальные предприятия на территории Молдовы. Больше продавать свою продукцию Приднестровью некуда. Она ее может продавать, оно ее может продавать только через таможенные пункты Молдовы. Молдова вполне законно, реально, рационально говорит, что раз вы занимаетесь международной деятельностью через молдавские пропускные пункты, извольте каждый объект, произведенный вами, отправленный на экспорт, сопровождать таможенным платежом. Это они подают как геноцид, уничтожение, удушение свободолюбивого Приднестровья и так далее. Того Приднестровья, которое в свое время господин Проханов писал, что это форпост социализма, что это форпост русского мира. Вот сейчас этот форпост, после того, как Путин начал украинскую войну, висит на ниточке и просто тоскливо просит бабла у Владимира Владимировича. Хотя все это обращение, демобилизации. Нет, не объявил. И это, в общем, тоже между строк очень важная новость. Это означает, что, во-первых, не хватает живой силы, а во-вторых, даже перед выборами Путин не может себе позволить такой роскоши. Ну, третий пункт, конечно, Навальный. Но он его фамилии никогда не называл, естественно, и не мог назвать. А то, что там Такер Карлсон говорит про национализм, это отдельная история, про нее сейчас времени говорить нечего. Нет, то, что называет Карлсон национализмом, по определению является политическим, по понятиям политической нации. Там, а Путин говорит про этнический национализм, когда русские против украинцев. А Карлсон не может такого говорить, потому что Америка – это нация полиэтничная. Там голландцы, евреи, ирландцы, поляки, русские, англичане со всего белого света, мексиканцы, пакистанцы и так далее. А вот как раз, когда Карлсон говорит «я-то националист», он не такой националист, как вот русичи, которые ненавидят этнических украинцев. Есть такой доблестный отряд русичи, как раз тут давеча грохнули их руководителю на украинской войне. При них какая-то спецслужба, которую некрасиво назвали «Эспаньола». Так вот, они нацисты. А Трамп даже этого не понял. Потому что в современном развитом мире термин «нация» воспринимается в политическом смысле слова. Американская нация, а не нация этнических американцев, которых просто не существует. Британская нация, где премьер-министр из Индии, а мэр Лондона из Пакистана. И тем не менее, это британская нация. Вот катастрофа, одна из катастроф Путина в том, что он откатил страну к понятию этнической нации. Хотя сам-то он об этом не говорит и говорит о том, что он против нацизма. Прости ради Господи, простите Бога ради. А вот что такое украинский нацизм? Где президент еврей, руководитель военных действий, господин Сырский, русский, родившийся в Владимирской области, где министр обороны татарин крымский, ну, Умеров, я не знаю, кто он по национальности, но, скорее всего, из вот мусульманско-крымско-татарской среды. А где там нацизм этнический? Там тоже речь идет о единой украинской нации, государственной нации, которая дает отпор агрессору.
Вот и все. И поэтому Карлсон удивляется. Он просто не понимает терминологии Путина. Потому что у него терминология ископаемая. Самая большая и позитивная новость заключается в том, что Владимир Владимирович Путин стал историком номер один в нашей стране. Это довольно надежный признак приближающегося дыхания Чейнстокса. Потому что Иосиф Виссарионович Сталин стал самым главным филологом и специалистом по языкознанию примерно за пару лет до того, как умер. И, в общем-то, это вполне надежный признак впадения в маразм, потому что блистательные тексты товарища Сталина про языкознание, вот просто тем, кому не лень, прочитайте, это очень интересно. Это чудовищное сборище банальностей, где человек всерьез там разбирает жизненно важные для марксистской методологии вопросы о том, является ли язык элементом надстройки или является ли язык инструментом базиса. И, значит, товарищ Сталин вносит ясность в этот вопрос, которая примерно, мудрость, соответствует примерно там 9-10 классу средней школы. То есть у человека в стране голод, послевоенный, 46-47 год. У человека чудовищное отставание от всего остального мира. У человека победные барабаны, а он тем временем занимается языкознанием. Очень актуальные проблемы. Вот и товарищ Путин, например, то же самое. Это, на мой взгляд, уже такой почти медицинский диагностический признак. Ну, в общем-то, с одной стороны, это становится понятным, потому что, ну да, маньячество раньше или позже проявляется в таких, даже в словесных изъявлениях. А с другой стороны, это означает, что он будет воевать до предела, не до победного конца, а до предела. А предел ему может положить или, как при Гитлере, 44-й год, попытку мятежа, или иссякание там ресурсов, прежде всего мясных для него. Так что, с одной стороны, понятно, что процесс входит в какую-то финальную стадию, с другой стороны, эта стадия может длиться еще 2-3 года. Я напомню, что товарищ Гитлер начал мировую войну в 1939 году, и только через 5 лет, в 1944 году, состоялась попытка его свержения. Кстати говоря, неудачно. После того, как германский режим пережил поражение под Москвой, пережил неудачу, скажем так, под Сталинградом и поражение на Курской дуге. После. Вот ожидать, что вот сейчас этот режим рухнет, оснований не вижу. Думаю, что еще там, ну, как минимум несколько месяцев будет продолжаться что-то типа ничьей. И только когда, наконец, раньше или позже это начнется, в Украину будет поступать достаточное количество новых вооружений. Вот здесь-то начнутся поражения на поле боя, а потом уже и конец персональной жизненной и политической карьеры вождя российского народа Владимира Владимировича Путина. Дмитрий Борисович, а можно я вам напоследок детский вопрос задам абсолютно? Но мы все время говорим, там нам Путин надоел, понятно, там большому количеству людей Путин надоел, но окружению Путина, Путин же тоже наверняка надоел. А почему нельзя договориться друг с другом внутри и заменить его на кого-то, ну, на любого просто, на кого-то другого? Он же их тоже наверняка достал. Конечно, достал. И, конечно, люди очень хорошо понимают, что дело в тупике. Но, значит, во-первых, а вдруг он все-таки справится? И тогда они, пристроившись в хвост... Да он про 30-й год уже говорит. Или до этого эти... Слушайте, вы постараетесь не свою голову переставить на их плечи, а попытаться смоделировать их поведение. А вот это люди, которым есть что терять, и очень даже много. Поэтому они... Есть люди, которые там сошли с корабля, и были подвержены там оскорблениям, осмеяниям, названы там крысами бегущими, что характерно с тонущего корабля и так далее. Про них мы ничего не знаем. Их фамилия, например, там Дворкович. Их фамилия там, например, Чубин. Да, но даже сходить не надо. Своего кого-то, кто сохранит вам ваши все блага.
Значит, пункт номер один. Да. Это называется, то, что вы предлагаете, называется элитным заговором. Или появлением контр-элит. Да. Для того, чтобы организовать заговор, недостаточно устранить первое лицо. Это необходимое условие, но недостаточно. Достаточно иметь, достаточное условие состоит в том, что необходимо иметь политический ресурс для удержания власти в своих руках после этого переворота. Для этого у тебя должны быть лояльные силовики, потому что в сторону Путина лояльные силовики, например, там золотовские. Mm-hmm. Это очень серьезно, там 300 тысяч человек, танки, только что самолетов у них, по-моему, пока нет, да и то, потому что воевать иначе. Но танки уже подарили, да, это мы видели. Значит, Кадыров и все остальное. Значит, нужно провести какую-то предварительную работу с тем, чтобы заручиться поддержкой в силовом блоке. Для этого надо встретиться с группой генералов, с ними перетереть все это и составить предварительный план хунты, которая будет вместо Путина. Путинский режим силен тем, что как минимум там 5 силовых группировок существует, они все друг на друга стучат. Кому стучат? Путину. Все друг за другом следят. И в этом секрет его сохранения во власти. Как только произойдет какая-то встреча 5 или 7 генералов, через час об этом будет известно на Лубянке, через 2 часа об этом будет известно Путину, через 3 часа с этими генералами расправятся примерно так же, как расправились с Пригожиным. И, ну, Суровикина просто разжаловали и сослали в Сибирь условную, которая расположена в Африке. Вот. И в Кремле все это прекрасно понимают. Сила Путина в том, что он не позволяет родить в стране контр-элиту. Никакого переворота, никаких заговоров. Ну, даже гитлеровский заговор, антигитлеровский, в 1944 году кончился поражением, если вы помните. Это был 1944 год, уже совсем-совсем закат военной империи. Вот я думаю, что да, люди сидят, люди вечером делятся своими соображениями с подушкой. Может быть, с женой, да и то вряд ли. Потому что... Жена тоже может предать, знаете ли. Да, конечно. Вот. Поэтому каждый в голове понимает то, что вы понимаете, и то, что мы понимаем. Но сделать они ничего не могут, потому что упустили момент. Вот в свое время они с радостью аплодировали, когда уничтожали электоральную конкуренцию. Ведь Путин на своих первых выборах набрал 52,9%, ну, не полных 53% в 2000 году. И потом задача, а Зюганов набрал 29% тогда. То есть это были, может быть, не самые такие, не идеальные выборы, но они были конкурентные. И никому не приходило в голову там сажать Зюганова. А потом постепенно начало завинчивать, и те, кто были выгодоприобретателями этого процесса, его поддерживали, не понимая, что они сами лишают возможности себя защититься потом с помощью легальных инструментов. Так что сейчас ситуация такая, что перемены возможны только на основе силового ресурса, то есть только военный переворот. Если говорить о таких функциональных переменах, если говорить о ментальных переменах, то они возможны с помощью электоральной процедуры. Прийти, показать, что мы Путина не любим, мы его выборы презираем, мы его систему считаем гнилой, но это надо продемонстрировать каким-то образом и объяснить это другим людям. Это процесс, который продолжается долго, несколько лет. Украина долбит Путина со своей стороны, Европа помогает Украине со своей стороны. В России люди, которым не нравится то, что происходит, должны долбить путинский режим со своей стороны. Если просто сидеть под лавкой, то ничего не произойдет. Поэтому надо действовать. А вот эти ребята, про которых вы говорите, они-то очень хорошо умеют взвешивать шансы. И они понимают, что попытка Путина свергнуть сейчас
имеет шансов на реализацию 0,3%, а вот шансы... Тебя убьют или посадят, да, или еще... это приближается к 100%. Поэтому, взвешивая эту картинку, они плюются, но поют псалмы, как в свое время писали советские поэты. Спасибо большое. Спасибо. Перед тем, как мы будем завершать, хочу прочитать несколько сообщений из нашего чата. Михаил, например, пишет. Дмитрий Борисович, спасибо огромное вам за сегодняшний эфир. Полностью с вами в настоящий момент, это надо подчеркнуть, согласен. Михаил из Подмосковья. И еще одно сообщение от Евгения Борисовича Чернявского. Господину Орешкину поклон от географа старшего поколения. Вы лучший московский интеллигент. Комплименты говорить приятно. Совершенно на приятной ноте, а не на трусости чиновников, которые окружают Владимира Путина, закончится. Конечно. Спасибо вам большое за эфир. Спасибо вам большое. Спасибо большое.